Вот. О, вот такая вкусняшка. А этой фигней не хочешь вынести? Ну ладно. Что, хочешь ее вылить на что ли? Да не знаю, может, ну да. Типа приправа. Типа добавить какой-то сюда. Ну вот да, некоторые прямо мажут майонезом и всю картошку. Раздвинутые. Ну, можно помазать. А тут будет сухая. Будет сухарики. А так она будет немножко такая мокренькая. Да я тоже не очень умею это. Как-то ее перемазывать. Ну, в общем, это у нас тут что-то какой-то зловещий эксперимент с едой. Тут же есть масло, чтобы она не была сухой. Ну, да. Надо их все равно шурудить будет. Перемешивать, не, слои менять. Ну как мешать? Да, обычно просто оставляют на час. Ну, оставляют. Ну, она будет гореть внутри, сверху не пропекаться. Ну, просто как бы надо будет менять, шевелить. Ну да, это на такие электрические плиты обычно. Ну вот, няма-няма. Ну, надо попробовать заложить.